В дома центральной части Люберец скоро начнет поступать вода высокого качества. Реконструкция одного из старейших ВЗУ, расположенного на улице поселок Калинина, подходит к концу. Оценить результат проведенных работ смогут более 17 тысяч жителей. Водозаборному узлу, построенному 50 лет назад, дали вторую жизнь. Изношенное оборудование старого образца заменили на современное. Масштабная модернизация не только увеличит количество подаваемой воды, а самое главное, в разы улучшит ее качество. Изменено все. От скважинных насосов до станции второго подъема, новая станция очистки, абсолютно новая, со станцией обезжелезания, с обратным осмосом, то есть полный комплект, даже вплоть до частичной перестройки здания. Этот объект обслуживал всю центральную часть города, а также поселок Калинина и часть Октябрьского проспекта. На момент проведения работ дома и социальные объекты переключили на другие водозаборные узлы. Но уже через 2-3 недели здесь проведут отбор проб и запустят обновленный ВЗУ. ВЗУ было и морально, и технически полностью устаревшее. Качество воды жители требовали повысить. И средства были выделены правительством Московской области, губернатором. Соответственно, работы все проведены. То оборудование, которое установлено, нет абсолютно никакого импортного оборудования из западных стран. То есть все замещено на российское, отечественное. И это, конечно же, безопасность в будущем. Модернизация систем водоснабжения в городском округе на этом не завершится. В рамках программы губернатора Подмосковья «Чистая вода» в этом году стартует второй этап реконструкции ВЗУ номер 18. Луиза Игиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.